В Pass of Exile рекламируется. Вы видели, что будет во втором Pass of Exile? Ребят, кто не играл, кто играл, мне вообще похуй. Они наконец... Ой, я даже не знаю, у меня слов нет. У меня слов нет. Короче, кто понял, тот понял, о чем я, поняли? Так, дальше. Так. А, да, они забанили Ярика снова. Да, это репорты. Это репорты. А по-другому не может быть. Его зарепортили опять. У Ярика куча хейтеров. И все только потому, что он добрый парень. Он не злой, в отличие от всех остальных, которых вы, блядь, любите и никогда не зарепортите. На Твиче все злые, и зрители, и стримеры. Один Ярик был добрый. У меня нет врагов. Это ты его сделал в наших глазах плохим. Хокус, ну хотя бы обоснуй. Я не понял, как я виноват опять во всем. Я хочу тебя похвалить, знаешь за что? Знаю, знаю. За что? Блядь, что за хэ-крыса среди зрителей? И не одна. Там выводок. Еще здоровый, жирный, блядь. Яйца висят у них. О, Свит Греча, дай бог будет стрим без Ярика. Дай бог. Блядь, да что ты в самом деле? Нет, к сожалению, Ярика на Твиче больше не увидим. Он мне прислал скрин, где ему Твич грозит такой хуйней, типа, ты, сука, ты, говорит, пишет, ты, блядь. Ты мало того, что пытаешься уклониться от блокировки, ты еще только попробуй появиться у кого-нибудь в гостях. Ты, сука, ты, вот так написали. Чел, тебе заплатили за стрим с кашей? Надеюсь, заплатили. Чувак, у тебя так все радужно в твоем мире, где всем за все платят, блядь. Я в долгах у Коли, у Николая Хакелли, блядь, по уши. Но все равно это было не просто так. Мы спиздим всех маленьких девочек и перенаправим к Ипе. Я договорился про рейд. Ну, скажу там, типа вот, когда надо будет, типа, сделай рейд. Он сделает рейд, я сразу же... Сразу же этот рейд к Ипе. Я такой посредник буду. Отправим все к нему, всех пиздячков. Он там пошутит. Мерзко. По-молодежному. Ну и, короче, там разрешат ситуацию. Я хочу как Дрейк, блядь. Вот он попел две песни. Или не Дрейк, какой из них? Там второй есть такой же лысый. Точно такой же тип. Как его там звали? Который что сошел с ума в итоге. Попел две песни, а потом подумал, нахуя, петь же могут другие, а я только бабки косить. Вот я так же с Ипой поступлю. Друйк, точно. Мерзко равно молодежно, это правда. Так, что, значит, как делаем, как будем? Так, Дима стримит, там, тудым-сюдым. Будем какой-нибудь фильм выбирать, не фильм, там, какой-нибудь анимцо, блядь. Не-не-не, у меня есть на сегодня планы, без этой херни обойдемся. А кого звать? Ну, хотя бы на просмотр тиктоков и вот этой вот параши. Тимура? Газон. Вы хотите газона послушать? Ну давайте, когда буду играть в эти рогалики, поставлю газона. Гноги. Фух, Ипа? Колю? Я, кстати, даже не знаю, что они там делают. Да они, блядь, будут начать эту хуйню нести, блядь. Они будут про... Даже не хочу до слова вслух говорить. На букву С. Постоянно его, блядь, говорят. Я не могу уже слушать это. Вон Тимур сидит, но Тимур тоже злой какой-то, пиздец, я даже не знаю как. Мы вчера на день рождения у Ярики поссорились, у Ярики, и как бы разделились, у нас больше нет нашего сквада. Нет. Нет, не сарделька, нет, не сиська. Вы знаете это слово. Оно уж звенит у меня в голове. А что такое? Говорить не могу. Блять, я тебе, вот сука, у меня до инсульта, наверное, считанные дни остались. Ага. Поехали. Поехали сначала ТикТок, чекнем. Где все? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ребят. A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Бля, мне, наверное, там залогиниться теперь надо. Я ж кэш почистил, короче, в браузере. Я почистил кэш в браузере, чтобы я мог контролировать стрим. Так, включаем звук на сайте. А что у меня? Время вечер? Я из-за того, что... Время вечер? Пушистый дом. Я из-за того, что сделал себе сброс кэша, у меня теперь и лента, что ли, похерилась? Кто это такие? Кто ты? Четкая. Не могу открыть, посмотреть. Не могу, почему не открываю? Время вечер? Мы пошли с сыночкой топить печку у кошечек. Время вечер. Ladies and gentlemen, I give you the prototype.
А, вот этот тип, короче, строит это зеркало Казимира. Это, короче, там, где этот самый фольгу спиралью вот так выставляете, в центре туда стул ставите, и, короче, в третий космос куда-то там, на шестую планету, там, пятую вселенную полетели. Закрыл глаза и все увидел, куда-то запутешествовал. Но он это делает уже 2 года, хотя конструкция наипростейшая. Что с ним, я не знаю. Но это посос бабла. Комната обскура? Вау, это было сложно, да, мужик? Учитывая, что огромный у тебя... Ой, не член, а как этот? Гараж. А, блядь, а, вот такая тема, что вот просто пропадает эта кнопка листать дальше. Нету и все. Лопнул собаку. Ты чё, сука? Собаки так реагируют, все-таки они как-то... Сначала не понимают, а потом радуются. Good? То, что мы... Ну тихо, тихо, тихо. Пипец. Пипец, он эту крысу поломал. Добрались до собак, людей им не хватает на эту хуйню. Это ты, Макс, это ты или это твой злой клон? Макс, почему злой? Может быть, добрый клон? И кота? И кота прощелкал. И все-таки, как он не боится, что они ему нос откусят? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не показывайте Диме. Он также пержику сделает, но в обратную сторону. Выключи. Почему? Смотри, животных лечат. Им проще от этой темы. Он аж выдохнул. Ага, ага. И... Это мои посылки, блядь, с Алиэкспресса полетели. Это так Мадагаскар начинался. Чего они хотят сделать с этим контейнером? О, давай, тащи, тащи айфоны. Красота. Красота. Шел в Африку корабль. Ужас. Непрофессионально. Так, я сделал чуть потише, мне кажется, громковато. Вот так нормально? Че он, Пуэра Даханпау напился? Китайцы. Ой, ой! Это красиво, симпатично. Для расслабления можно глянуть. Красиво. Блин, ну это сложно. Так, ну это очень сложно. Hey, I'm okay, I'm fine. Кинчана! Кинчана! Тинг-нинг-нинг-нинг-нинг. Куменахан раса сакит! Раса сакит! Hey, I'm okay. Чат, это вы? Тоже сбоку. Тоже справа. Погнали. Here we go. Он потом задонатит эти волосы? Сейчас будет face reveal. Я буквально мой фип. Фип, ну и слово. Фип. Это мой фип. Он урод без бороды, скриньте. Ну давай посмотрим. А с бородой прям красавчик. Прям вообще невъебенный мужик был. Вот эта генетика, когда борода имеет неограниченное количество длины в себе. И растет, и растет, и растет. Ну, слава богу, что не у всех. Все равно страшная тема, какой-то веник. Че там? Что там пишут? Почему у вас что? К чему у вас лежит душа на сегодняшней трансляции? Посмотрим видосики, посмотрим YouTube, а потом я пойду подготавливать контент. Под Озона. Ну давай быстрее, ну че ты в натуре, ну?
Что-то махну эту оставил сверху моржовую. Уже видео заканчивается, он быстрее, он успеет или не успеет? Нет, нормальный мужик. Нормальный. Almost as I remember. Зря выебывался. What the fuck? Московский картофель со вкусом оливье улет. Ну и хрючевое. Я попробую. Здорово. Здорово, шлакошлуш. Шлакошлуша. Миссию Дарвина прошу, молю, Джеза. А что это такое? Так, ладно. Не напугали. Ух. Жрет на микрофон. Ну как готовят, мне неинтересно. Мне вот готовый продукт понравился на вид. Давай, заливай его. Next. Так, может, золотое божество посмотрим? Не, навряд ли. Помнишь про морские сыны Splinter Cell? Дима предлагал, что там оценка 6 на IMDb. Идеальный фильм. Но если будем смотреть фильм, то... О, факт. Если будем смотреть фильм, то... Макс, чё-то тиктоки у тебя подсдали. Нихуя себе, что значит у меня, блядь? Я виноват в том, что сейчас что-нибудь найдем. Не каждый же должен быть охуенным. Скорее всего, я свою бы, блядь, показал ленту. Вот там реально очко вонючее. У меня еще неплохо все. Блин, мерзкая тварь, если честно. У меня, видишь, на любой вкус. Звери, море. Еда. Эти инсектоиды. О нет, о нет. Нихуя себе, что-то попутала, сука. Представляешь, бы ухватило все-таки за ласту. Жесть, стрём. Подожди, надо досмотреть, не могу думать. Море волнуется. Страшнее ничего не придумать. Бурлит, бля. Шутник. Так, за что? Коктейли делает? Или чинит какую-то хуйню прямо на месте. Сегодня будет мультик? Ты же хотел посмотреть про принцессу мультик. Хика, а про принцессу напомни, это который? Мультик про принцессу. Что это за говно здесь? Цвет подбирает? Не, у людей есть в башке какая-то хуйня, встречаются, у которых какое-то чувство цвета, типа они... Я такое видел. Это типа не типа годами выработанная... технология, там, опыт. Такие пиздюки попадаются в этих, в школах для художников. В художках просто есть пиздюки, которые видят свет, хуяк намешали такой же. Ну, красавчик, ну это с ума сойти. Ну, вообще-то он так, это он же и сделал первую, потому и знает как. Не, холодное сердце нет. Холодное сердце не хочу смотреть.
Дора рассмотрел? Да, смотрел. Ну, дети не слишком. Мы? О, привет, занимаюсь дизайном, практикуюсь в плакатах, сделал тебе один, можешь обозреть, если не жалко. Вот вам рабочие ручки нужны, могу свои. Ну-ка, давай сейчас посмотрим. А почему у нее весь донат как-то отобразился? Странно. Такс. Ебало, завали, анимешник. Тиктоки деда Скуфа. Да ты охуел, ну скинь мне тикток, ты ж только пиздеть можешь. Скинь мне тикток, который 10 из 10. Я тебя так унижу, я тебя так унижу. Я ведь знаю, что там за тикток будет. Я проверял это десятки раз. Когда мне потом, ну на, глянь мои. И там вообще такая дресня. Так, как это называется? Donation Alerts. Бля, у меня вообще все слетело. Логин. Заходим. Угу, сейчас посмотрю. Так, привет. Сегодня было 50 рублей на карте. Как-то капнули миллионы. Вот плачу налог. Как же на душе радостно от подрубов. Лютя. Ну, спасибо большое. Приятно. Спасибо большое за донат. Угу. Угу. Такс. Такс, спасибо, что так, сильно помогает. Очень важный человек ушел в армию. Спасаюсь от хандры на стримах. Всем благ. Юкио, ну, сил тебе и терпения. В армии не весело. Так, секундочку. Так, Яндекс.Диск мне скидывают. Это твой плакат? О, это твой плакат мне? Как его сделать больше? About Дагестан. Ёлки-палки, три глаза, зачет. Да. Где-нибудь, блядь, братуха, давай ты просто представишь. Так, здесь что? Не могу приблизить, почитать. Крайне противный стример. Эу! Любитель Роблокса и конспирологии. Главный девиз по жизни. Кто работал и потел, я того и бать хотел. Вечно молодой и шутливый. Вот правда что? Любитель тиктоков и вкусно покушать. Нет, мне лишь бы просто покушать. Вкусно это второе уже. Пи популярности. Возни на производстве видосов о жизни насущей. Аниме говно. Ага, А80 настоящее имя Максим Соломенцев. Соломонцев. Для друзей. А, да, вот Соломонцев. Для хейтеров смол яйцев. Сигареты, сэнити, алкоголь, харизма. Марихуана. Что там? О, осуждаю. Тут еще кто-то. Тут еще кто-то из сквада. Но после вчерашнего стрима с Яриком я никого не знаю. Слушай, спасибо, это красиво. Да, у тебя есть чувство стиля. Навалил. Угу. Это реплика твоя с голосовухи? Да, Дистресс Папи, я знаю. Подожди, это даже не... Я хотел сказать, да, Дистресс Папи, я же уж не совсем, типа, ёбнутый, я же не совсем с деменцией, а это не Дистресс Папи. Сука, как обычно все. Гидман, что тут? Там, блядь, 18500, да? Это твой тикток, братан, приходи к нам на подкаст «Большой бро», пиздец за жизнь. Гоу, 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 гоу. Бля, что же они натворили? Это панировочка? Запанировали котов? Ну ничего, ничего. Такс. Угу, угу. Я визуальный стример сказал, тикток. Вот тебе тикток из моей ленты. Что скажешь? Давай, вот твой и вот еще Ростменджойер. Вот тоже закинем, посмотрим. Мафикс. Ну давай, Мафикс, твой еще тоже проверим. Угу. Угу. В Китае мужчина решил сделать на своем участке колодец и... А подожди, подожди. Звук из другого. Звук из другого, а мне понравилось. У меня лайк стоит, это и мой тикток тоже. Это полное...
А, этот видел. К сожалению, кстати, я что хочу сказать, то что все хорошие тиктоки, а почему говно мы смотрим? Потому что все хорошие тиктоки я отсмотрел до стрима, в этом-то и проблема. Все уже в отсмотренных и в залайканных. Но залайканные я показывать вам не буду, это стыдоба. Джереми Фрэгранс. Теперь голый по городу ходит, совсем ебанулся, боже. Это ж, вы в курсе, кто это такой? Это Хоумлендер в реальной жизни. Ебалово, пацаны, нахуй. Значит, смотрите, сейчас я ребятам покажу это разъебалово. Раз, два, три, четыре, пять нахуй, пять смесителей, пять лампочек, пять бойлеров, блядь. Ребята, это... Ну, это коммуналка, никто не хочет ни за кого платить. Типа, вода общая, а какая-то гнида моется 2.5 часа, мандавошек вычесывает, а кто-то за 5 минут. Ну, и вот и поссорились, это жизнь, ребят. Рано делать выводы. Джереми Фрэгранс, это Хоумлендер в реальной жизни, просто ебанутый тип. Я вам еще хочу тогда показать сразу, а где Ютуб? Все теперь вручную писать. Такс. Джереми... Fragrance. Best. Не-не-не-не. Fails. Try not to love. Там 12. Но тут какой-то тип на фоне. Jeremy Fragrance doesn't have any mental health problems. Proof. Ну-ка, давай чекнем, что он тут исполняет. Короче, тип жрет какие-то с утра листья зеленые, чайные, и кофейные бобы. Его распирает просто пиздец. А он какой-то тоже там сыроед, какой-то что-то такое, непонятно. Короче, у него там образ жизни. Выглядит так, будто бы он вечно на кокаине. И просто он сходит с ума каждую секунду. Красавчик. Что-то исполню сейчас. Ебаклак. Ну-ка, что тут еще у него есть? Так, я вам хоть стрим показываю. Да. No context. Красавчик. У него целая стена с этими фрэгрансами, а он якобы этот. Вообще такая профессия существует. Он сомелье духов, или как их там называют? Парфюмер, нет? Как их там называют? Свинота, говоришь? И он вроде как позиционирует себя как такого, прямо, знаете, такой уверенный в себе мужчина, типа вот он как будто бы, он чувствует себя абсолютно не стыдно, он чувствует себя таким разъебщиком, таким, знаете, блядь, самым главным, самым мощным, а на деле такой клоун. Все раскидал, блядь, прыгнул на стол ни с того ни с сего, будто бы он на кокаине. Все отлетело. Там каждая баночка стоит $500. Встал, улыбается. Раньше он вел влоги, в которых рассказывал невозможные вещи. Вот здесь он включает видео и говорит: знаете, что я делал? Знаете, что я делал 5 минут назад? Ядрочил, но не до конца. Ну не до конца, так я чувствую силу внутри. Я всегда перед видео чуть-чуть типа трогаю себя, чтобы чувствовать, будто я на заряде. I stimulated my penis. Not that I came, but I was on my Instagram, I was chatting with girls and dumba. Он как-то раз, он, короче, у него фишка вот так открывать духи, типа пальцем, ну, раньше была, пальцем их вскрывает, крышечка улетает, и он однажды не поймал крышечку второй рукой и заставил себя на видео отжиматься, пока не поймает, нахуй, наказал себя, пока не поймает крышечку. Недавно завел канал в ТикТоке. Бахает пиздец тут. Но по факту, да, это менталити этого, как его, Хоумлендера.
Вот идет по улице, что-то жрет. Не покажут, да, нам сегодня? I knew there was a reason I wore my nice scent today. Picture. Picture? Let's do it. Он сам попросил. Он сам попросил у него сфоткаться. Говорит, picture. I am. That's awesome. That's awesome. Bro. Bye. I'll see you. Все, съебнул. Так, ладно, про Jeremy Fragrance я ликбез сделал. Посмотрим дальше тиктоки. Сколько ему лет? Да ему прилично. Ему прилично. Наверное, ему уже в районе 40. Угу. What the fuck? Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó. Почему Homelander? Ну потому что он якобы такой весь из себя manly, такой король жизни, а на самом деле у него ёбнутые типа проблемы с башкой. Из-за всякой хуйни какой, наверное, с ним с детства что-то случилось. Мы ж не досмотрели, что-то еще кто-то скинул свои шорты. Ну-ка. Который разбился при выкапывании колодца, но что удивительно, внутри находились монеты, датировка которых превышает более 3000 лет. Хозяин участка решил вызвать археологов, и в дальнейших исследованиях было выявлено около 100 тысяч монет из бронзы, серебра и золота, но больше всего удивил тот факт, что рядом с этим глиняным сосудом находились такие же, только с монетами из разных частей мира. Ну, чей-то клад. И вот это твои, вот это твой шорт, с которым ты хотел похвастаться, чувак, ну, это круто, это интересно. Мало того, что мы все это уже видели, так это вообще мои монеты, если чё. И чё, блядь, в натуре? Ну и чё? Хороший это ТикТок? Так, Максим, тут половина чата кушает. И что? Вообще не говори так, кушает. Отвратительное слово. Вуди Гуди. Скидывает. Что это? Горшок с монетами? Le pedí otra chamba, le dije que la de chambear me la sé. Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me llevo a coger. Просто лук уронили, сори, я не знал, что это настолько неинтересно. Мультик! Хотели мультик? У меня очень разнообразные тиктоки на любой вкус. Зачем пиздеть? Кстати, что там за донат? Там было приятно написано, а не противно. Рад, что тебе понравилось. Найдется работа для работяги. Работа, чувак. Давай ты мне еще задонатишь, и я смогу тебе заплатить хоть чего-нибудь. Но, слушай, если тебе прям хочется что-то сделать... Во-первых, я знаю, что было приятно, я специально пошутил про противный, я же шутник. Если ты хочешь просто что-то сделать, помочь, то я быстро займу твои руки. Очень быстро. Причем обе. Мозамбик, что тут? Так, мультик долгий, неинтересный. Мозамбик, наверное, что-то поинтереснее скинул. Ну вот, заседлал пацанятам кобыл. Поедут жиганить. Поехали объезжать. Кобылы жрёбые глубоко. Ты, блядь, шапку не одел, индюк ебаный. Да, повезло с батей, типу. Семейный тикток. Так, го, посмотрим «Жёсткую ночь», там Дед Мороз, косплея Джона Уика, «Жёсткая ночь». Угу. На Твиче, да, ребята, я думал, если раньше это все было падение ниже нуля, то сейчас я даже не представляю, мне просто противно от всего этого. Я включаю главную Твича просто, вот, включаю главную. Что это? Что это? Бля, кик и то, там, и то меньше порнухи, ну что это такое, почему? Ну, это считается, нет? Ладно, это не считается, это уважаем. Ну все, мне показалось, мне двух главных показало и все. Но это все равно, это ненормально. Вот это как вообще понимать? Это твои рекомендации, чувак. Скрин свои. Я только что кэш почистил, у меня не может быть рекомендаций. Так, Мафикс встал, схватил за говно. Чувствуешь, что здесь главный? Потрепал пузо. А, гузно? Ну ладно. Скажи, что смотрим после Ютуба за аниме. Мафикс, после Ютуба мы идем на Нум. Я буду играть в игры, чтобы собирать контент для видосика, который сделаю специально для тех, кто хотел посмотреть рейтинг этих игр роглайков. Ассаламу алейкум, друзья. Алкоголь, наркотики и азартные игры. Ха-ха-ха.
Я опять пропустил, ребята, там что-то смешное было, расскажите. Я смотрю в чат, с вами общаюсь. What the fuck? Ладно, спасибо. Макс, зови Колю и по, на просмотр шоу на ютубе «Забудь обиды, ты же не вечный». Нет. Я вечный. О, ковры чистят. Бля, отвечаю, ребят, если вы когда-нибудь не знаете, достаточно, чтобы у меня был свой дом, я вот такую хуйню сделаю в гараже. Я буду чистить ковры с района. Ой, бля, что он придумал? Спенил? Озона, да, включим Озона, я подрублю игры, которые мне нужно поиграть, чтобы сделать, ну, заполнить, типа, видос. В игры, которые я не играл из списка. Послушаем Озона. Мультик, фильм, не знаю, ну, прям вот, если прям огромное желание у вас есть, можем и посмотреть. Так, донаты идут. Занимай, мне все равно перед ногой особо заняться нечем. Все окей. Ладно, куда тебе писать? У тебя ник вот этот, который ты мне, с которого донатишь, он у тебя где-нибудь еще есть? Например, Discord или что-то в этом роде. Как нам связаться? Знакомое место. Так, с голосования сделайте мультик, фильм или Озон. Уф. А если мультик или фильм, то как я буду наигрывать для видоса? Объясни. Go Roblox. Не, ну давайте сделаем, как бы, давайте сделаем. Давайте сделаем, кто там умеет делать эти голосования. Видите, короче, игры для видоса, мультик, фильм, Озон. Озон и игры для видоса по факту это одно и то же. То есть выиграет Озон, все равно пойду делать игры. Ой, видос для игр. Или наоборот, видос, игры для видоса. Чек не видос, а сеньшорный. И что там еще было? А, Роблокс. Ну, Роблокс добавьте тоже. Ютуб и так будем смотреть сейчас. Сейчас еще пару тиктоков. Я не понял, почему маршал... Ну, ребят, меня же ебнут. С правой. This guy's been following me since this morning, so I decided to escape. Фейк. Опять. Макс, чек не донат, я там фильм написал, и уши сейчас сделаю. Почему ты издеваешься? Ну я не хочу. Блять, с Озоном вообще все непонятно. Мы же все его аудиокниги до середины дослушали. Как продолжать, не знаю. Blazing Bix? Нет, не играл. Так. Слушай, давно киноаукционов не было, давай проведем. Я мне хуё, ага, ага, и что будет? Все равно упадет вот так. What the fuck? Я с прошлого аукциона до сих пор не все людям как бы отдал. Мне стыдно заводить новые аукционы. Хотя идея, конечно, хорошая, мне бы это помогло. Так, что там? Ой, проебал. Сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. Нет бана, честно, проверю. Слушай, возвращайся, ты что-то крякаешь. Вот разиня. Ой. Робот-пылесос. Угу. Голосование не работает. Ребята, голосование уже идет. Вы голосуете или забили? Фильм ничего не собрал. Roblox ничего не собрал. Короче, Озон идет. Мульт с ним соревнуется. Ну так, 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 сяк. Мультики последние просто хорошие были. Максим, что заработал? Какие бабки платишь? Что делать нужно? Никакие бабки, блядь, не плачу. Я же отвечаю. Я же говорю, ну какие бабки? Откуда у меня бабки? Я всем должен. Все, кто до меня, на меня до этого работал, я должен. Единственный шанс, это если Нум заплатит чего-нибудь, блядь, за контракт. И я раскидаюсь с Колей и остальными ребятами. И то это будет в конце месяца, и то, если будет. Один голос? Че, второй тур? А, мультик 120 голосов, Озон 121. Но там еще 83 голоса игры для видоса. Так что Озон по факту выигрывает. А какой мультик? Я понимаю, что последние просмотры мультфильмов были, в принципе, очень даже неплохие, веселые. Но мультфильмы-то же закончились. Мы же их не с корзинки берем.
Вуди Гуди, не дай бог. Town prank on my son. Спасибо. How to impress your friends and family Christmas edition. First thing you're gonna do. How to impress your family. Не хочу. Пусть лучше Фэмили уже импресснет меня, а то, блядь. Это чё за ним бежит? Джей-Зи? Второй тур? Да не, я думаю, что мультики просто проиграли, вот и всё. Это Черныш? Шайтан? Версус посмотрели. История с Версусом закончена. Уходило там у них нечего в третьих странах. Хорошо. Можешь Дискорд найти для хорошего шишки, чтобы слов не жалко. А, ну, если у тебя вот этот ник, то я найду тебя в Дискорде. Или какой-то там, может, в Нате какой-то написал. Джирафы дерутся вообще жестко. Ну, так это же смертельно, по шее. Дураки. The first few blows usually settle things in such battles, but интересно, here... какой у жирафов менталитет? Кто-нибудь общался с ними? Они там, может, как лошади строптивые? Или, может быть, добрые? Какие мультики, ребят? Никаких мультиков не может быть. Джеза. Бля, я же остановил Джеза. Ага, ага. Твич корёжит? Да хер с ним. Ничего страшного, переживем. Сложные типы жирафы, да? Флегматики? Я писька. Тих-тих. Так, рекомендую Blazing Bigs по скидке. Я покупать ничего не буду, это точно. Там прикольная система отрицательных предметов, которые нужно брать с каждого рынка во благо прокачки. А, я понял, о чем ты. Блин, она мне визуально так не очень зашла. Так, еще три тиктока и погнали посмотрим шоу. Чё, на шоу надо же кого-нибудь пригласить, чё я один буду как фуфел, да? Или я не один, я с вами, чат. Что за хрень? О, здоровяк. Кабан. Или женщина маленькая. Так, скинули какую-то ссылочку. Сейчас я донаты все проверю. О, я как Томас Шелби. Опа, зубной техники из Греции. Это хорошо, что тебе за ук стыдно. Это хорошо с твоей... Почему не показывают до конца донаты? Что за срань? Сейчас все перечитаю. Техник, мне на тебя Ярик жаловался жестко. Может, это и забавно. О, это фильм про троллей. Вы, кстати, смотрели? Но это нам, судя по всему, заспойлерили концовку. Хуйня, да? Ну говорят, что фильм хуйня, реально. Покупай Blazing Bigs. Давай я его скачаю просто. Если ты понимаешь, о чем я. Ну ладно, блин, у меня такая тема.
Ну, неплохо. У меня такая тема, более знаю. Я даже дерьмовые тиктоки, которые вот, ну вот, вот тут вот она красится. Я когда смотрю, я смотрю всегда все до конца. Я ничего не пропускаю. Оттого я такой умный. Но я же не могу вас мучить этой хуйней. Не больше 300 голосов джаза. Ну, мы ничего сделать не можем. Я тогда пойду по своему плану. Ну что, накрасилась, молодец. Все, теряйся нахуй с ленты. Satisfying? Пожарил. Он сделает ее? О нет. А новая звезда? All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Вот это я не уважаю. Вот это я не уважаю. Это Ярику на ДР подарили? На самом деле крутая упаковка. У меня в жизни не было никогда ничего такого, знаете, прям жестко коллекционного. У меня вообще, в принципе, нихуя нет в этом плане. Он делал видос для Ютуба, он делал, чтобы сразу смотреть, что... Сейчас я все прочитаю, тебе отвечу. Сейчас мы досмотрим по Дорику. Дорого, дорого. Помнишь, ты игру платформер делал? Платформер я не делал. Платформер я не делал. Я вообще не люблю этот жанр, я бы навряд ли сел делать платформер. Так, скинули мне какую-то подушку с жопой анимешной. Пойдет. Что делать, если живешь в гетто, и уже несколько часов кто-то ломится куда-то в подъезде? Уже час ночи. Будет топ сурвиворов. Сурвиворов? Я не особо игрок в сурвиворов. Так. Я давно советовал, что есть версия с припиской секси. Если ты достаточно скиллов, чтобы играть одной рукой, я так втянулся, не вылазил. Ну, нафиг, интересная история. Это телефон был? Жесть. Куда они лезут? Это что, шутка? На жирафа? Почему он из гринскрина? Ничего не пойму. Как понимать вообще эту всю историю? Последние 300... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что это было? Последние 3 тиктока. Айфон. Мозамбик, ну прям говорит, ну прям проверь, ну прям срочно. Переписка с Купленовым. 6 лет назад. В очередной переписке я встретил Дмитрия Купленова. Или канал Купленова Плей. О, привет, Дим! Что ты забыл о моей странице? Я просто люблю твои летсплей. И что с этого? Убирайся отсюда! Дима, ты что, сегодня не в себе? Я уже 1000 раз говорил, не пишите мне, а вы все пишете! Страшно. Тебе конец, подписчик! Нет! Посмотрев в окно, я увидел Диму. Он стоял с ножом и кричал, что если я не выйду, то мне конец. Разбив окно, стекло, он на меня набросился и начал меня резать. Нашли мой труп, только в унитазе был затоплен. Увидели только от меня часть руки. В руках у меня был телефон с перепиской Димы Купленовым. Но было уже вместо переписки одно видео. Это охуенная короткая страшная история. Это лучше, чем... Было, да, было. Озон младший пишут. Охуенно, это лучше, чем эти короткометражки. Короткие страшные истории. Вон Бубр снял проституция на Твиче. Он снял видос с объяснениями, почему так происходит. Ребят, спасибо за донаты. Привет, легендарный мужчина. Смотрим тебя всей семьей. Спасибо за детство. Пожалуйста. Какие вопросы?
Сегодня без происшествий. Все, последний ТикТок. 6 мистер видеос. Что они имели в виду? Вот и он, рептилоид. Последний видос, смотрим. Бля, ну музыка. Что с музыкой? 7 миллионов лайков, если чё. Ой, ой. Отвечаю, не могу больше. Есть, есть, вот здесь он стартует, спустя 53 секунды. Вот это да. Вот это да. 7 миллионов лайков. Ну чё, последний видос глянули? Считаю, пора зайти на YouTube. Check this out. I put down 20 bucks. А зачем так делать? Лоракс, точно, вот как его звали. Угу, угу. Угу, угу. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну все, последний видос смотрим. Вот этот? Что это? Да такая дети есть, чтоб я сдох. Это хуже любой дети в этом мире, хуже Фредди Фазбера, хуже Скибиди Туалета, вот то, чем они занимаются, эти два дятла ебаных. Скери видео, если чё. Так. Пошел пока проверю донаты. Бля, это пиздец какой-то. Я снимал комнату у женщины не Милфа, и у нее сын, который на домашнем обучении. Он играет сюда в комп и с кем-то пиздит. Один раз проснулся, потому что он орал скибиди доп-доп. Привет, Дак, спасибо тебе, твоим стримам. Очень нравится, что ты подрубаешь регулярно, без задержек. Очень нравится твое творчество, где ты сейчас живешь. Вчера купил себе джинсы за 16 рублей. За 16 рублей купил себе джинсы, мне не купил. Мне выслал 50 рублей донат. Так, про соседа доп-доп терпи. Терпи, хавай это. Где я сейчас живу, ага. А деньги сказать, где лежат? Надо начинать. Когда в Чебоксары, заебал. Хватит сидеть в Казахстане. Лан Рофлер, чё как ты, есть планы на будущее или страшно? Есть, есть. Мне вот страшно, хз, чё как дальше будет, но я держусь. Не, ну страшно, неизвестно, что дальше будет, но планы есть. Макс, ку, температура 39, завтра корпоратив. Наколдуй, пожалуйста, мне выздоровление до завтрашних 17 часов. И еще девка пригласила ее чпокнуть в 14 часов. Чё думаешь, чат? Ты думаешь, я после этого хуйни тебе что-то накастую? Ты думаешь, после того, что вырвалось из твоего грязного ротика, я тебя буду лечить? Причем еще волшебным способом, через космические каналы связи? Могу тебе посоветовать взять немесил.
Не более. Так, привет, легендарный мужчина, смотрю тебя всей семьей, спасибо за детство. Спасибо, Амила, спасибо, это был весь донат. Хотя, вот если посмотреть, ялик нормальный чипзик, но как подсос, как шестерка, типа. Блять, вам нормально вообще такой, сука, хуйню вот говном поливать? А как человек, стример и прочее, пошел он, ну ладно, Неос. Нахуй так жить, зачем такое вообще, еще и за деньги. Смонтировал видос для Ютуба, но делается один недели две. Лучше выложить или сразу три смонтировать и потом раз в неделю выкладывать. Потому что Ютуб любит стабильность, или это так не работает? Говорит, Ютуб любит стабильность. Капец. Как это работает? Это работает только так, как работает у тебя. Обратись к себе, посмотри в свое сердце. Хочешь делать три видоса, а потом их выкладывать? Если ты педант и любишь все делать заранее. В школе ты как уроки делал? На переменах? Сразу после школы? В последнюю ночь? Перед уроком списывал у друга? Или не делал вообще? Вот вспомни, как это у тебя происходило. И так же делай с видосами. Покупай Blazing Bakes. Слушай, спасибо большое. Я ее скачаю. Зачем покупать, если ты понял, о чем я?